Товарищи, разрешите его представить самого опытного, возрастного, скажем так, медалиста нашего 14-го Кубка университета. Станислав Борисович Тропкин, 76 лет, строит, почти закончил модель эскадренного броненосца «Орел», который очень в тему попадает с нашим кубком, посвященным 110-летию Цусимского сражения. Пожалуйста, Станислав Борисович. Соблазнены это дело, заложили по корпусу вместе, но я продолжал его делать. Хотя сказали, что выбросить данный уровень, ну надо, пусть делает. Настойчивость довела его чисто до ума. Осталось не больше доработать. Начали мы его в 2004 году, 11 лет. Ну, так как работал одновременно и хобби, и удовольствие. А где вы брали чертежи, фотографии, исторические сведения? В основном пользовался книжками, которые издавались по поводу броненосца типа Бородино. В интернете много, особенно на форуме балансов судомодерных опытных специалистов, которые у них все учился, ну и советовался, очень много помогал. Не зря такой интернет существует. Очень полезная вещь. Когда планируете окончательно закончить модель? Ну, в этом не успел, значит, к следующему конкурсу. К следующему конкурсу, к 111-й годовщине успеете. Спасибо.